небо влетит телеграмма о том, что я стал только светом прозрачным и неуловимым. Мне было мило для домочадцев, просто я не умел расставаться с любимыми, предпочитая годами к ним не возвращаться. Верил в апрель, в неслучайность событий, лиц и красоту оговорок. Поэт, как солдат, не рискует стать пенсионером. А ныне темно, только звезды стучатся в окно, и я чувствую, ночь это станет последним уроком судьбы Блайгера. Простуженный голос сорвется при мысли, как взвоют помятые трубы. Тот хмельной поставит ногу на лицо мне, и вот домой отправляя, приврет от себя, что шептали «прости мои губы». Но будет июнь, только сплюнуть три раза и стукнуть по парте ответом на глупые мысли упрямого легионера. А ныне темно, и только звезды стучатся в окно, и я знаю, что ночь это станет последним уроком судьбы Блайгера. Лайгеру в Боливии после суточного пленения в здании школы.